И здравствуй, Тюб, с вами ZigZagHatch, и вы смотрите 10-ю серию возрожденного летсплея по игре Beyond Two Souls. И у нас следующая глава называется «Быть такой же, как все». Сказал нет, хватит ныть! Да ладно, Нейтан, хоть раз! Все девчонки из класса идут, и я не поздно обещаю, ну правда! Мы теряем время, Джонни! Так нечестно! Почему все могут пойти, кроме меня? Я же делаю все, что ты просишь, всегда! А ты не разрешаешь ничего и никогда. Ты раз говорю, ты не такая, как все, уясни это. Я что, разве виновата в этом? Я хочу просто гулять и общаться, и быть нормальной, пойми ты. У тебя другая жизнь. Пора с этим смириться. Вот так. Я за дверью. Если что, зови. Конечно, куда же ты денешься? Так, теперь бы еще вспомнить немножко управление, потому что прошло действительно приличное количество времени с моей последней записи. Думаю, что мы быстро... Ой, разберемся, что к чему. Это все-таки не годы, всего лишь несколько месяцев. Давай, забацай Теперь остается надеяться, что эта музыка не защищена авторским правом. Вечер, суббота, а я сижу в заперти! Ну пустите меня погулять хоть разок! Ты прости, милая, но у нас правила. Ну, Коул, будь другом, пожалуйста. Выпусти меня на один вечер. А Нейтану говорить не будем. Ну, принцесса, я не могу. Не я решаю. Значит, будем искать другой выход. Что здесь можно сделать? Ага. Поваляться на кровати можно? Понятно, не поваляться. Шмотки, шмотки, унитазик. Ничего интересного. Столик. Дверь. Кто бы сомневался. Хочу гулять! Ты слышишь, Коул? Выпусти меня! Эй, можешь не орать, Джоди. Значит, надо поорать. Ну, тут же можно было что-то сделать с креслом вроде меня. Немного что можно сделать с креслом. С диваном и такого сделать нельзя. Барная стойка. Практически. Только кухня.
что еще можем сделать? Что, вообще больше ничего сделать нельзя? Ага, Айден. Айден может пошуметь. Хватит, Джоди. Ты ничего не добьешься. Будешь дома. Точка. Хотя кресло можно было оставить. Телевизор точно оставил. О! Остыло? Нет, ты еще. Ты довольна собой? Надеюсь. Убирать будешь сама. Столик. Хватит, Айден. Хоть все в комнате переломай нахрен, им насрать. Ничего, значит, найдем другой способ. Ладно. Что это звонит? Где это звонит? Да. Она угомонилась. Всю мебель расшвыряла, но теперь... Ага. Чувство. Ладно. Да, завтра увидимся. Давай, давай, договаривай. У тебя что-нибудь еще сделать можно? Нет. Я Айден. Отлично. Чернокожий Айден. Так. А не надо ли что-то еще сделать перед тем, как открыть дверь? Сигнализация какая-нибудь, еще что-нибудь типа того. А то, помнится мне, эта игрушка любит так вот наводить на правильные мысли, а потом ставить в тупик. Давайте для начала пройдемся, посмотрим, может быть, где-нибудь что-нибудь можно сделать еще. Господи, меня пугают его глаза. Коул, ты бы себя видел в зеркало сейчас. Не самый лучший вид. Так, понятно, похоже, ничего больше мы сделать не можем. Ладно, значит, откроем дверь. Ты ведь простишь меня, Коул? Мне правда очень стыдно. Охота пуще неволя. Ты понимаешь? Просто мне это очень нужно. Так, ладно. Все-таки давайте проверим теперь комнату еще раз. Может быть, Джоди здесь что-то самостоятельно сможет сделать, нет? Нет. Окей. Значит, на выход. Да, я знаю. Отступать уже поздно. Окей. Выход, наверное, там? Карточка нужна. Заперта. Карточка, карточка. Я видел надпись. Автоматик. Не будем трогать автоматик. И тут автоматик. Так, Айдена я сейчас вызвать не могу, чтобы проверить, что там сверху. Здорово, Коул. Джоди. Вот, я так и знал. Куда это вы на ночь глядя? На свежий воздух. Мне стало как-то... Мне как-то нехорошо. И мы просто решили выйти... Ну, проветриться. Серьезно?
Может, позвонить в лазарет? Нет, не нужно. Я со мной Коул, так что... Да, Коул? Да. Вот. А ты, Коул, язык прикусил? Да плохо ему. Он сегодня не в духе. За весь день ни слова не сказал. Он сегодня весь день страдает. У него бабушка умерла, вроде. У него голос пропал. Подцепил вирус. Тогда точно лазарет. Весь день только может хрипеть и все. Надеюсь, не заразно. Лучше бы ты дома сидел. А нас-то подумай. Ну ладно. Давайте. Прокатило. Проходите. Ну, хоть не придется его машину искать. Дождик. Тут камеры везде. Надо быстрее сматываться. Так, и кто за руль? Давай, садись в машину и заводи ее. Интересно, Айден умеет водить? Черт. Меня все равно видно. Надо как-то замаскироваться. Но не на переднее сиденье же садится. Багажник. Не самый эффектный побег. Ну, хоть так. Ну, поехали. Едем, Айден. Багажник открыть, точно. Ты ведь меня простишь. Я скоро буду. За меня не волнуйся. А Колу теперь должен в багажнике посидеть, интересно, все это время. То назад же еще как-то ехать надо. Оставь его где-то, где безопасно. Где же мне его оставить, где безопасно? Это вообще-то дорога. И бегать, похоже, мы не можем. Только ходить. Что, в лес? Нет, и в лес я свернуть не могу. Все-таки где-то, видимо, можно спуститься. О, вот здесь, кажется, можно спуститься. Уж не знаю, насколько там безопасно, но, похоже, больше никуда отвезти его все равно не удается. О, барбир, ликер.
Ликвер и бир — это вот хорошо. Вот этот бар. Девчонки, наверное, уже там. Мусорница какая-то. Парадного входа нету? А, хотя мы же, наверное, underage. Нам же, наверное, нельзя в бар. Их еще. Где девчонки? Подождем. Вам сколько лет? 21. Можно мне ванну? Свежий лимон. Что у нас еще есть? Туалеты. Понятно, в туалетах, видимо, нечего делать. О. Да, знаю. На этом разваливаться. Да уж не то слово. Ну уж приехали. Автомат. С музыкой. О, игровой автомат. Ой. Да, вот в пинбол я примерно так же играю. Да нет, как-то не хочется. Нет, спасибо. Да ладно. Это же весело. Ну ладно, пока. Одну партию. Когда Джоди научилась играть в бильярд? Да, мы вперед. Метка. Что ты здесь делаешь совсем одна? Ничего. Разводишь меня, что ли? А не рано тебе шастать по барам? Сколько тебе? Мне 21. Ух ты! А ничего так. А родители-то в курсе? Конечно. Да. Они меня привезли. И вернутся. Уже скоро вернутся, чтобы меня забрать.
Да ладно, сама ведь хочешь. О! Кайден. Да кого тут только нет. Покажи! А ну, один пар! Развлечемся сейчас. А чё, сам же хочешь? Пинбол. Надо валить и быстрее. Да куда это? Вы чё? Только же начали. Чё тут у нас ещё есть такого? Ну, это просто стандартное разгромление вора. Мистика! Господи! Эта сучка типа мстит нам! Какого хрена ты несёшь? А что бы вам здесь сделать-то? Просто валим отсюда! Где вход? Так, жалко, отпустить не успели. Господи! А, этот позаботился. Открывай же дверь! Не могу! Не идем! Отойди, я вышибу! Ну что здесь еще не разрушено? О! Давай! Это я люблю! Фрэнку немножко. Скажи что-нибудь! Нет! Что с тобой? Нет! Фрэнк, погоди! Нет! Нет! Не умирай! Нет! 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 У меня тут есть дробовичок. Я тебе давно хотел показать, смотри. Ой, я случайно. Хотя вариант неплохой. Тоже сойдет. Джоди! Боже! Где болит? Что с тобой сделали? Я знаю. Ничего. И на этом мы с вами заканчиваем эту главу и эту серию. Увидимся с вами в следующий раз. С вами был Зигзаг Хэш. Надеюсь, что вам понравилось. До новых встреч и счастливо!